Вслед за Алматы о повышении стоимости проезда в общественном транспорте заявили и в столице Казахстана. В качестве основного аргумента перевозчики приводят удорожание горючего и необходимость обновления автобусного парка. Но не только это. Насколько дороже станет проезд в Астане и при чем тут безбилетники, расскажут корреспонденты столичного бюро. Жителям и гостям столицы станет дороже ездить на общественном транспорте. С 1 августа цена за проезд увеличится с 90 до 110 тенге за поездку. В столичном акимате говорят, это обусловлено многомиллиардными ущербами, которые тянут транспортные сети на дно. За последние 10 лет по всем статьям расходов перевозчики несут убытки. Если привести пример, в 2014 году дизельное топливо стоило 107 тенге. На сегодняшний день данный вид топлива стоит 295 тенге. То есть, если посчитать, это увеличение на 275%. На сегодняшний день выделяется около 25 миллиардов в год субсидий. То есть, после увеличения тарифов на 110 тенге, эти цифры около 8% снизится. Сейчас столичный автопарк насчитывает около 1100 автобусов. Каждые сутки они перевозят почти по 700 тысяч пассажиров, в том числе и те, кто систематически не платит за проезд. Ежедневно контролеры выявляют сотни безбилетников. В год недобросовестные пассажиры наносят транспортным компаниям до 3 миллиардов тенге убытков. Тем же, кто пользуется проездными билетами, заранее оплачивая поездки, стоимость пока повышать не будут. С 15 числа обычно покупаются проездные на следующий месяц. Поэтому, чтобы людям было удобно и как бы и вопросов не возникало, естественно, мы оставили это без изменений. Август тарифы, то есть проездные месячные, трехмесячные, суточные у нас есть. Сутки, 5 суток, 15 суток, например, есть. Также проездные с пересадками 15 и 30 суток. Мы их не меняем. Впрочем, у жителей Астаны пока двоякое мнение о повышении цен на проезд. Если одни говорят, что увеличение на 20 тенге – это не так уж и много, то другие категорически против. Ну, потому что, не знаю, много уходит даже за 90 тенге, сколько мы ездим. С одного автобуса на другой автобус с пересадками еще ездим. Мы же это же все платим. Насчет автобусов абсолютно не жалуюсь, все устраивает. Комфортные довольно стали автобусы. Цена, в принципе, приемлема. Пусть будет. Даже если дорого, все равно жить надо. Другого выбора у нас нет. Тем временем, с учетом заявленного повышения, в списке самых высоких цен за проезд в общественном транспорте Астана окажется на втором месте после Алматы. Там уже в следующем месяце билет на автобус будет стоить 120 тенге. Меньше всего платят жители Актау, Шымкента и Туркестана, где проезд стоит 70 тенге. Евгений Дубинский, Альмир Амиров, Улагат Миргалиев, Дамили Избасарова, столичное бюро КТК.